Привет, прогрессивные друзья. Это истинный следователь. Давайте потестируем еду опять на предмет обмана. Это ветчина из разряда дорогих, я считаю, от 100 до 150 рублей. Даже ближе к 150 рублям. То есть это получается даже в идеальном виде на 3 300 грамм, на 3 умножить. Получится 900, ну почти что килограмм. 150 на 3, 400, 500 рублей. Должно быть чистая говядина. Это же у нас свинина, да, даже не говядина. Вот можете почитать, где сделано. Курганский мясокомбинат «Стандарт», улица Некрасова, 1. По составу свинина, желатин. В общем, отлично все по составу, никакого хлама нету. Вот такой вот код. Сделано хорошо, аккуратно, ржавчины нету. На поганых банках здесь вот, знаете, такие подворотики, ржавчина начинает. Ключ — это отлично. Вот дата 20.07.16, завод. Наверное, вот это 233А3. Коробочка хорошо сделана, шов. Вот шов сварной, аккуратный. Никак бывает такой подвернут металл и каким-то оловом облит из санина старая. Ну давайте посмотрим. А, забыл сказать, что в чем обман при даже хороших бывает консервах. Вот ветчина, в том, что все равно мясо туда не кладут, какие-то жилочки, желе. В итоге получаешь где-то грамм 100 мяса за нормальную цену. Со 150 это херня. То есть они могут обманывать вас и обманывают, даже если там нету белка. Все равно обманывают, потому что такой строй воровской, бандитский. Можно обманывать, и ничего за это не будет. Будешь четким пацаном. Ну, по их понятиям, по моим понятиям, куском говна. Так. Неплохо, неплохо. Это что, мясо или что такое понаварено? Так. Весы 0 граммов поставим. Поставил он там 0 граммов, не понимаю, да, поставил. Дурацкие весы Endeavor, не покупайте их. Взвесим. Ну, здесь немножко осталось желе. Что-то я сомневаюсь, что она еще на 25 грамм. Пишут же, что внутри 25 грамм. Наебали, короче. Нету здесь ничего внутри. А веста 299. Ну да ладно. Это и ожидалось. Блин, котенок, не лезь. Так, давайте посмотрим, что здесь. Эта часть, по-моему, какая-то кашица. Это же не мясо. Да, вот эти вот
такие участия. Это просто какая-то проварка. Вот видите, волокна, а здесь вот такая идет фигня. В общем, неплохая. Мясо где-то грамм 200. Остальное вот это вот какое-то желе. Так что, конечно, обманывать все-таки. Не 325, где-то грамм 200 мяса. Всем спасибо, пока. Это был Стены Следователь. Курганская ветчина классическая. Нормальная. Но все-таки обман и тут есть. Всем пока.